Тише едешь, дальше будешь. Народная мудрость предостерегает всех любителей полихачить. Однако далеко не каждый соблюдает скоростной режим. А с наступлением летнего сезона таких желающих покататься с ветерком только прибавляется. Мотоциклы и скутеры появляются на дорогах. Совместно с сотрудниками спецбатальона ДПС Управления ГИБДД Московской области щелковские инспекторы решили провести специальный рейд «Мотоциклист» в рамках профилактической работы. Данные профилактические мероприятия, они направлены на снижение аварийности в Щелковском районе, так как с предыдущим годом у нас идет рост, небольшой, конечно, это 11 на 9 ДТП, где люди погибли, ну, соучастники и пострадали, управляя мототранспортом. Два ДТП с тяжкими последствиями на территории Щелково произошли не так давно. Аварии унесли жизни двух молодых людей. На поиск нарушителей и борьбу с ними инспекторы отправились в наиболее аварийные места – коттеджные поселки и садовые некоммерческие товарищества. Водителя с документами полный порядок. Свидетельство о регистрации, водительское удостоверение категории А, страховой полис – все в идеальном порядке. Однако не у всех все так гладко. В результате рейда сотрудники ДПС выявили целый ряд нарушений. Было составлено 23 протокола. Более того, задержан один водитель мототранспорта в нетрезвом состоянии. Инспекторы предупреждают, дорога – место повышенной опасности. И нарушение правил дорожного движения, скоростного режима или еще хуже – вождение в нетрезвом виде могут обернуться большой трагедией. Будьте внимательны. Родители, участники дорожного движения, культура, поведение и все, что связано с человеческими жизнями, это святое. Дарья Заснегова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».